Здравствуйте, меня зовут Лобков Андрей Викторович. Я хочу вам рассказать про свой новый проект – семейный агролагерь. Я думаю, из названия понятно, что из себя представляет моя задумка. Это организация сообщества семей, которые желают, чтобы их дети получили опыт совместного труда, совместной постановки целей, задач и их воплощения. Научились работать с землей, с растениями, с животными, научились зарабатывать на этом поприще. Но главная задача – это именно создание коллектива, детского коллектива, сплоченного общими целями и задачами. Это очень важно. Всех приглашаю принять участие в своем проекте. Кто-то деньгами, кто-то, возможно, лично. И это было бы очень здорово. Всего доброго, до свидания.